Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили. И мы продолжаем проходить рейдж. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, а мы приступим. Не забывайте советовать друзьям. А мы погнали. Скоро пройдем игру. Тут до финала осталось совсем чуть-чуть. Так. Чего, блядь? Да, здесь тебе не Сочи. Сочи. Сочи! Да! Ищите его! Осторожно! Он вас находит! Слышь ты! Ебан! Слышь, ты кто, блядь? Робот, блядь, полицейский. Пошел нахуй. Блядь, ты чё за хуйня? Вперед, товарищ! Что такое? Где этот хер? Роботов понапускали, пидоры, блядь. Вы где? Я вижу его! Блядь, кто там стреляет, нахуй? Из укрытия он, пидор, стреляет. Нихуя себе роботы, блядь. Это шо за трансформеры, сука? А? Что-то довольно душноватая локация, я бы сказал. Что там за пули у вас, как у бабули? Уже сука. Это еще какая-то нахер стоянка, блядь. Нравится, сука? Сочки, блядь. Чё это за звук, блядь? Ты кто, блядь? Что это за киборг? Тебя вообще берет что-нибудь, а? Ты. I'll be back. Нихера себе, это что за... Чё, блядь, пулемет у этого дебила? Что это, блядь, за киборги, нахуй? Дан-дан-дан. Эй, ты! Я вижу его! Иди сюда, собачка! Слышь ты, блядь, котик! Мяу! Мяу-мяу-мур! Он там! Один уже съебейш он сделал. Нравится, сука? А как эти ловушки-то, сука, убрать, а? Ха-ха-ха-ха-ха. И что делать? Серьезно, сюда? Обосраться. А, то есть тут тупики, да? Бухлишка. Ебать, тут здоровая территория просто. Куча ловушек, сука. Ой. Блин, игра
настолько клишированная. Что это за... Я убью тебя! Да ладно, убьешь ты меня. Против арбалета, сука, не попрешь. А чё того второго не зацепило, блядь? Где ты, сука? Ебать их там. Бошку раз... Нравятся пидоры? Получи, сука. Ага. Это же типа все выключить, или я ошибаюсь? Там был прикол, готовим мутанта и, наверное, видимо, с пивком. Так, подожди. Блин, еще амбиент такой херовый. Ни хера у них тут пещеры. Как у Бэтмена, блядь. Взрывчатка. Ага. То есть получается нам вниз, да? Ну попиздили, чё. Да. А, вы не обращайте внимания, что у меня матюки. Это тап чисто. Формат. Посмеяться. Что, блин? Да! Сучка! Да. Капец там этих оленей просто, а? Когда вы сдохнете, а? Хуя ты близко подошел. Пока. Ну, в смысле, блядь. Пока. Был братан и нет братана. Так, а я не пойму. Тут эти видели. Серьезно? Появляются. На то они получаются и эти. Мусорщики, да? А, это когда выход, что ли, будет, что ли, нет? Блин, насколько тут все тупо, а? И банально. Интересно, конечно, но чё за нахуй? Ты меня чё решил этим испугать? О нет!
Я умру, я погибну среди этих четырех стен. Простите, помогите, блядь. Ай, двое. Ай, больно, больно, больно. Пам, 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 пам. Больно? А если так? Больно? А если так? Бухлишка, запасись бухлишком перед дорогой, мой благо. Чё, блядь? Я тебя сожру. Ты хотел меня в бочку кинуть? Эмпаса. Он хотел меня в бочку кинуть. Чё за... И чё за прикол? Тут что-то взлететь должно, что ли, или что? Барбарис. Так, подожди. Нихера себе. Это что там за территория-то? Что тут? Босс? Что это за ебатня? О нет! Они бы наставили ловушек. Бежим! Пам-пам-пам-пам-пам. Воу! Так ты огни... Ты кто? Ты был. И пропал. Бам-б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 ам. Блять, лети куда-нибудь, а? Чё ты, блять, сказал? А как мне пройти? Чё, блять? Это чё было? Вон он! Батя! Бляха-муха. Блять. Винтер. Мать его за ногу. Ага. Вот мы и нашли сокращенные пути, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я вижу его! Да кто бы, блядь, говорил, что ты не видишь меня, а? Получил? Опа! И лишился головы. Потому что нехуй пиздеть, дебил. А куда дальше-то? Сюда, что ли? Я вижу его! Да, конечно, еще двое, да. Все, реально готов. Опа! Ты что там потерял? Голову? Бывает. Не плачь, мой юный друг. Больше у тебя ничего не отрастет, я обещаю. Да. Ладно. Главное, забрали радио и бухлишко. И, как говорится, счастлив наш мальчишка, да? Нет, вниз я прыгать не хочу. Если надо, улечу. Так, подожди-ка. Нам теперь просто все отнести, все. Или у нас есть еще какая-то конкретная задача?
Так. Но чувствую, что задач больше нет. Так, подожди. Нихуя себе. Так они еще взрывоопасные были, ё-моё. О, а чё я не заметил? Нычки надо собирать. Свет. Аэрозоль. Так. Ну, мы быстро справились. Они лохи были просто. Девочки и мальчики были лохи. Так, ладно. У нас еще предстоит насыщенная серия за этот раз. Извини. Эй, ковбой, ты показал бандитам, кто тут главный? Метишь в боевики Редстоуна? Надеюсь, ты продержишься дольше, чем твой предшественник. Блондинка тупая. Смотри, не создавай проблем. Это как? Да ну нахуй. Я думал, это что-то наподобие Гультахира будет. В пизду. Так, подожди, а кто нас послал за этим заданием? Тот хер? Ну да, тот хер, я вспомнил. Е-е-е, мать твою, мазафака. Минутку. Что за хрень? У меня была верная информация о Филтрите, а в этих канистрах ни черта нет. Либо ты решил меня кинуть, либо меня обманули. В любом случае, эта проблема только твоя проблема. Если машиноголовые заподозрят, что тебя послал я, отключат свет. Хочу покончить с этой угрозой. И... Проберись на электростанцию, подключи питание напрямую к линиям города, а затем прикончи столько ублюдков, сколько сможешь. Устранишь их основные силы, мои парни довершат начатое, и дело будет сделано. Сделай это. Избавь меня от чертовых машиноголовых, и я позволю тебе делать что угодно в моем городе. Мы поняли друг друга? Да, да, my friend. Вот и славно. Кстати, тебе нужна машина с хорошим вооружением. И не думай справиться с машиноголовыми на своем Куприна. Прими это к сведению, приятель. Ага. Приму. Проникнуть на электростанцию. О, я опять гонки должен выполнять, да ё-моё, а? Ну так неохота это дерьмо выполнять. Электростанция, нужен монах. Старки. Знаешь, твой Куприна не то чтобы плох, но тебе нужно что-то помощнее. Может, поучаствуешь в гонках? Всегда найдутся болваны, готовые поставить на кон свою новенькую машину. Если бы болваны. Подожди. Так, пустоши. Я хочу посмотреть, это на этой локации.
Ну да. На этой, блядь. Да ёб твою же. Развороты тут, конечно, полная херня. Так. Это мы выполнили. Такие скучные квесты будут, я манал. Так. А чё, мы к тому херу уже подняться никак не можем? Или можем? Можем, значит, да? Давайте опустимся, я хочу посмотреть, что мы тут проебали. Так, подожди. Я вступила в сопротивление после работы с генералом Кроссом в старом городе. У меня не было выбора, после того, как я поняла, что нанотриты можно использовать для спасения мутантов, а не подчинения. Мои исследования показали, что мутантов можно излечить с помощью перепрограммированных нанотритов. Ага. Капитан Маршалл помог мне устроить небольшую лабораторию, чтобы я могла продолжать свои эксперименты. Окей. Так, а на каком там столе что-то можно было скоммуниздить? Транспорт нужен? Куда? Мы готовы. А-а-а. Подожди, пока не надо. Это, видимо... Доп-квесты выполнить там. Лассард. Мы займемся правительством, но сначала разберись с Редстоуном. Да я думал, ты типа это... Пушки мне апгрейдишь. А ты нихера. Ну ладно. Короче, ребята, вы какие-то скучные. Пойду-ка я нахер отсюда. Так. Фух. Так, вниз, вниз, вниз. А вниз это куда? Нет, это не сюда. Это сюда, наверное, да? Или нет? Это же мой старый знакомый! Готов к новой встречке, неудачник? Малыш, а ты малость не это? Не прихуел? Так, а как мне менять следующий вид боеприпасов? NB? Подожди, а с этой? С оружием. Управление техникой. F1, F2, F3, F4. Ага. Ну, давай. А как поставить? Может, М? И чисто ради интереса. Обойдешь меня? Мой монарх твой. Это лучшая машина на свете. Ну, и кто же от такого откажется? Я готов и жду тебя. Да-да-да. Погнали, чё. Дамы и господа, бандиты и мутанты, мы рады приветствовать... Так, подожди, а как мне бы поставить...
твою мать. Воу-воу-воу, чё ж её так заносит, блядь? Ёбаный рот. Бляха-муха, чё ж её так заносит, сука? Я не знаю, кто ловушки тут понаставил. В смысле, блядь, не в ту сторону? Бляха-муха. Блядь, а почему у меня... Три круга. Ну ладно, три так три. Бля, сейчас вспотею нахуй от этой хуйни. Най-на-на-на-на-най. Блять. Заносит, сука. Это хуёво. А, блять, ловушку, сука, понаставил, мразь. Пока, мудила. Приятно было познакомиться. Что это со мной? Должно быть, съел что-то несвежее, вот и вожу как дурак. Ладно, вот ключи от машины. Она в твоем гараже. Но имей в виду, я найду другую тачку, и тогда берегись. Так. А для монарха у тебя что-нибудь есть? Привет. Обвес, запчасти. Не стесняйся, смотри мой товар. Ага, для монарха теперь есть, да? О, зашибись. Улучшенный ускоритель, тема поджигателей. Качественные шипы, качественные шипы. Привет. Спасибо, коллега. Так, подожди. Канализация. Перед электростанцией. И два квеста, да? Ладно. Можно на побочке здесь хрен забить. Так, подожди, а что нам надо сделать? Проникнуть на электростанцию. И все, да? Ладно. Ты нас даже не поздравишь? Ну окей, мудила. Так, монарх. Давайте настроим монарха. Шины. Качественные, броня. Тяжелая. Темы. Тема Старки. Не, давайте тема поджигателей. Окей. Ого. Энергопушка. Оу. На, сука. На, сука. Получил, мудила.
Прикольная машина, кстати, мне нравится. Довольно-таки такая четкая. Это что там такое? Серьезно? Воу. Пока, маленький мудак. О! Едут ребятушки. Ну? Нихуя себе! Вот это пуха! Вот это пуха! Вот она вообще херачит, ничего так. Вот это пуха! Вот это пуха! Муа-муа-муа! Пуха вообще офигень огонь! Вау! Смотрите, как красиво, ребят. Воу! Так, подожди. Пока, мудила! О! Вот и электростанция. Зашибись. Мы прям делаем эти успехи. А где тут объявление перед станцией? Оно потом появится, что ли? А. Ну ладно, окей. Погнали тогда, чё? Хм. Два задания, 3, 4, 5, 6, 7. Опа-на. Внимание, братва! Вчера, после «Убей мутанта», я заметил, что на складе не хватает роботов-стражей. Поэтому инженеры по стражам сверхурочно займутся тем, что они не доделали. На следующую неделю за то же время. Смотри-ка, кто здесь? Дай-ка угадаю, опять от Редстоуна. Ага. И что мне сделать? Ага. А что, наверху нихуя? Или хуя-хуя? А, тут, значит, у нас какие-то приколюхи, да? Молоток, блядь. Только вопрос, нахера нам молоток, если дядя... Проехали. А то сейчас меня... пробьет. Предупреждаю тебя, я здесь главный. Сейчас у тебя есть возможность уйти. Больше разговоров не будет. Ой, как страшно. Ты нас пугаешь, дядя? А мне не страшен серый волк. Я в таких дебилах знаю толк. Так, подожди. Где этот... Что нам с этим дебилом делать? Наушники. Музончик будем слушать. I get a mother fire. I get a man on fire. To find me to fire. И чё? А куда дальше-то? Вопрос. Лестница? Подожди, а куда она ведет? Чего? А что делать-то? Куда валить-то?
Фу, как же все начинается очень потно, а? Сюда, что ли? Ты следил за кем-то, уёбок? Ты пересёк черту! Да ладно! Нихуя ты живучий. Достань его! Умри! Иди сюда! Да я-то пойду, только ты умрёшь, Вася. Тут все умрете, сволочи. Ага. А я заберу дешевые туфли, а я заберу дешевые туфли. Своим друзьям. Чё за херня? Подожди. У тебя есть выбор. Иди домой и скажи этому Гринстоуну, что сделки конец. Чё это за херня? Какой сделки? За то, чтоб твои люди сосали сердца. Сдохни, железяська. Так, подожди, а куда нам... Стоп, а куда нам топать? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Умрёшь меня с радостью? Да ладно, попробуй, сука. Убьет он. Нравится? Я старался, чтобы ты получил истинное удовольствие, сука. Техник сраный, а? Да твою мать! Ебическая сила, а? Да убей! Где ты эту свинью нахуй? Бросай гранату! И где? Это сука там! Блять! Сука! Да нет, это вы, суки, это... Я-то еще так. Расслабляюсь, дети мои. Куда вы там попрятались, блядь? Откуда столько ебанов? Бать, откуда вас столько? Да, блядь. Не понял. А, тут до определенного уровня дойдет. Получается, да? Хуя себе лифт, блять. Ну пиздец тебе, дядя, что сказать. Не по плану все пошло, да. Хм.
Ну? Редстоун нашел, кого послать. Ты что, совсем тупой? Поднимайся и режь кабель! Ты тупой, сукин сын! Ясно, за что Редстоун тебя ценит. Скоро ты умрешь. Ах ты мразь! Ничего сделать не можем, да? Вот дерьмо! Что за херня? Что с ним делать? Что там происходит? Пули больше не действуют! У Редстоуна могло быть еще с десяток. Ловушки к бою! Так, подожди, а что нам делать? Будешь выбираться или нет? Для меня тут грязновато. И где этот олень? Да, эта тварь побежала. Твою мать. Они такие очкуны, что ли, да? Блять. Ты меня не замочишь. Да сдохни. Хуя ты живучий, я б сказал. Нам что, просто назад возвращаться, что ли, и все? По лестнице? Да. Как все довольно... Эй, ты! Куда они, блядь? Да, блядь. Заебали эти пауки, вот честно. Что роботы-пауки бесят, что просто пауки бесят, блин. Чё за херня? Куда это черт убежал? Я вижу его! Куда ты, блядь? А, понятно. Не успел я его ушатать. Опа. Готов? Твою мать. Он же сучара, а? Подожди, у них тут два пути, что ли, или чё? Нихера. Ладно, хотя бы так. И то хорошо. Он уже рядом. Ты боишься, что я рядом, да? Меня обнаружили! Тебя обнаружили! Тебя обнаружили! Тебя обнаружили! Да ладно. Больно? Нравится тебе, да? Хорошо вас током пердолит. Так. Я понимаю, что нам вниз, да? Ч
Воу! Что это за херня? Машинки. А пошел ты в жопу, волны. Хера себе. Нравится? Черт. Я тоже. А ничего ты не слышал, Вася. Тебе показалось. Ну, минус башка два пирожка, ну. Капец, тут территория здоровая просто. Отходи, сука! Отходи! Опа, споткнулся, да? Опа! Чё ты там отходишь? Просто уже чувствую запах этого жопы. Ты чё? Серьезно, нам не сюда? Твою мать. Какая большая локация, а? Это сука там! И куда нам? Чемодан. Чемодан. Серьезно? Эксит? Какая зарядка? Зарядка чего? Канистра. Серьезно? Нихера себе территория. Быстро! Не подпускайте этого пи***а к выключателю! Сука! Кто еще? Черт! Пидор! Да вы сдохните, нет? Вот чё там, трое что ли, не сколько? Ебать, подожди, там еще бежит кто-то. Он всех братанов перебьёт! И где ты, сука? Вперёд! Так, ребят, сейчас я отойду. Мне нужно на 5 секунд отойти. Я это... Ну вы поняли, вернусь. Охереть просто, у нас дождь пошел, капец. Весело, что сказать, весна.
Весна, весна, она такая. Точнее, лето уже, считай. И дожди. Да. Ебонькают дожди. Куда ни подойди, да? Так, понятно. Так, ладно. Почему, блядь? Я все должен делать сам, что ли? Шевелись, братан! Чё косишь, снайперка? Ты серьезно? Сука, в смысле? Ага, двери, значит, закрылись, да? Просто кто-то там был. Пока. Придурки. Да пошел ты! Эй, слушай! Энергия подается, но за этим надо следить! Почини этот пульт и помоги нашим выбраться! Угостим гадов их же лекарством! Понятно, это еще не конец нахер. Новостям.
Окей, хорошо. О, прошли. Наконец-то. Подожди, а куда дальше? Вниз? Что-то я потерял эту связь. Куда топать? Может, я не сюда пошел? Подожди. Ну да, не туда пошел. Так. Здесь сказано, что перед электростанцией. Это же электростанция. А где там объявление прям перед электростанцией? Опасность. Подожди, а где эти черти? Последний остался, ну. А это электростанция, ну. А где тут доска объявлений? Здесь, что ли? Подожди. Пойму нифига. Подожди, прикол. Даже ничего нету, а где объявления могут быть? Так, подожди. Я сделал два сохранения. Восточные пустоши. И здесь сделаю восточные пустоши. Вот. Непонятно нифига, где эти объявления. Что это за прикол?
Ладно, плевать. Забьем хрен на это все. Ну понятно, электростанция-то оно и есть. Так. Ладно. Сообщить Редстоуну о своем успехе. Слушай меня внимательно. В городе появились патрули правительства. Они пока не знают, как ты выглядишь. Но рисковать все-таки нельзя. Отправляйся к капитану Маршалу немедленно. Немедленно. К Маршалу. Будь осторожен, там страх. Ага. Чертово правительство указывает нам, что делать. Меня это так бесит. Будь я помоложе, я б... Ну, ладно, неважно. Едок бы, но... Теперь, когда правительство забило тревогу, маршалу надо действовать быстро. Он знает, что делать. Да-да-да. Невеста. Спорим, гребаные бандиты моргнуть не успели. Молодец, приятель. А теперь еще раз. На бис. Для меня. Так. Ладно. Все это, конечно, очень интересно и прикольно. Вернуться на базу. Ну ладно, давай. Вернемся. Короче, не зли его, но и особо не сближайся с ним. Теперь о важном. В городе ходят патрули правительства. К счастью, они не знают, как ты выглядишь, но мы должны действовать быстро. Поговори с Лассардом, он расшифровывает данные с твоего диска. Как сказал капитан, нам очень нужна информация с твоего диска. Но обычный дешифратор не позволяет мне считать все данные. Боюсь, чтобы добраться до закрытых данных, мне понадобится еще один дешифратор. Поэтому ты здесь. Ну? Капитан получил сообщение с севера. Говорят, в долине шакалов поднялся ковчег. Знаешь, если шакалы наткнулись на ковчег, его обитатели уже мертвы. Но шакалы могли не тронуть сам ковчег. А значит, дешифратор не пострадал, и ты можешь отправиться туда и принести его. Так что иди на север, к долине шакалов, найди ковчег, если он там, и достань дешифратор. Шакалы — крайне опасный бандитский клан. Береги себя. Понятно. Так. Это что теперь получается, нам в логово валить? Так. Угу.
это получается что, логово шакалов? Вот это? Вот это, да? Интересно получается. Ну, развернемся тачку, наверное, вот так. Более-менее. Создадим два сохранения. Так. Восточные. Хотя, подожди. Можно... пустошь. Нет, колодец. Вот. И источник. Ага. Так. Так, ну вот, как раз, да? Блин. Ладно, ребятушки, мы отсюда начнем уже в следующий раз. Всем спасибо за внимание, с вами был Казуку Фэмили. Скорее всего, следующая часть уже будет финал. Всем пока-пока.